Информационная служба телеканала Совета Федерации «Вместе РФ» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы рассказываем о главных событиях в стране и мире и обсуждаем их вместе с сенаторами и экспертами. Улучшение авиасообщения, наращивание культурного и спортивного взаимодействия – это лишь небольшая часть работы комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Республики Казахстан. В Алма-Ате состоялось очередное, уже 22-е по счету заседание этого органа. Законодатели двух стран рассмотрели вопросы сотрудничества в транспорте и энергетике, затронули тему развития межрегионального и приграничного взаимодействия Казахстана и России. О работе комиссии поговорим более подробно с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным, который возглавлял российскую делегацию во время визита в Казахстан. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Александр. Ну вот перспективы межрегионального и приграничного сотрудничества, они стали одними из ключевых тем во время работы комиссии. По каким все-таки направлениям наши страны намерены развивать партнерство? Партнерство развивается по всем направлениям. Приоритеты, естественно, с точки зрения Российской Федерации задаются в транспортно-логистической сфере. Мы расширяем коридор север-юг, в частности, восточный маршрут, который идет через Республику Казахстан. И эти вопросы обсуждались вместе с представителями федеральных органов исполнительной власти, в частности, Министерством транспорта. Есть конкретные результаты, есть пограничные переходы, которые усовершенствуются, их приоритетных пограничных переходов 29. В том числе эти же вопросы мы держим на реальном контроле, поскольку сами выезжаем и мониторим готовность этих погранпереходов для организации транспортного сообщения. То есть они играют ключевую роль в нашем сообщении? Ключевую роль в сообщении. И железнодорожный транспорт, и автомобильный транспорт. И сейчас подключаем также и водные перевозки. Ну вот отдельно на комиссии рассматривали вопрос сотрудничества в сфере сохранения исторической памяти. Речь шла о реализации совместных проектов по поиску погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Есть какие-то конкретные уже решения и предприняты ли какие-то конкретные шаги? Знаете, эту работу мы никогда не останавливали, поисковую работу, мы ее всегда осуществляли. Ну, как вы понимаете, почему этот вопрос в повестке дня оказался? Мы находимся накануне 80-летия Победы. Оба государства готовы отстаивать ту память о тех воинах, которые отдали свои жизни за нашу общую победу. И это подтверждается и руководством нашей страны, и президентами Владимиром Владимировичем Путиным, и господином Токаевым. И главы наших парламентов, Валентина Ивановна Матвиенко и господин Ашимбаев, также поддерживают эту работу. Конкретные проекты, конечно же, это наши регионы. Калужская область, Новгородская область, Волгоградская область. Есть реализованные проекты. Но мы подняли еще один вопрос, который вызвал интерес. И коллеги из Казахстана его поддерживают. Вы знаете, что многие раненые военнослужащие оздоравливались на территории Республики Казахстан. И эти ИВАКа-госпитали тоже, к сожалению, сталкивались с тем, что приходилось захоранивать военнослужащих, по сути, от ран. Мы сейчас подняли еще одну тему. И имена тех военнослужащих, которые погибли в госпиталях, умерли от ран, их тоже должны быть, эти имена должны быть восстановлены. В основном эти имена, в том числе от российских регионов, многие родственники обращаются, что им память тоже необходимо вернуть. Ну, во время работы в Алма-Ате поступило предложение создать так называемый проектный офис комиссии. Вот какие задачи он будет выполнять? И как раньше законодатели двух стран все-таки работали без этой структуры? Чем вообще проектный офис может помочь? Это предложение казахстанских друзей. Мой коллега господин Асанов предложил по каждому из направлений, которые вопросы мы выносим, создать проектный офис. И в этот проектный офис, так называемый, накапливать проекты, которые инициируют наши регионы и наши делегации в этой комиссии. Проектный офис, алгоритм его будет работы, предложен казахстанской делегации. Мы позитивно относимся к этому сценарию, потому что у каждого проекта будет ответственное лицо. Одним из таких проектов, ну мы его не называли тогда, проектным офисом, это реализация, допустим, проекта организации авиасообщения по маршруту Минеральные воды Кисловодск. Uh-huh. Почему Кисловодск? Вы знаете, что Совет Федерации, лично Валентина Ивановна этот город, так сказать, опекает. Есть целая программа правительства, принятая по инициативе председателя Совета Федерации. И наши казахстанские коллеги заинтересовались увидеть, что же Кавминводы сегодня представляет, и в частности его жемчужина Кисловодск. Не было прямого сообщения. Мы это сообщение в рамках нашей комиссии сопроводили, и уже с апреля месяца такие авиарейсы существуют, пользуются популярностью бешеной, и сенаторы Казахстана, и депутаты Мажилиса Казахстана с удовольствием посещают Кавказские минеральные воды, тем более им предоставляются соответствующие путевки. Очень довольны нашим отдыхом на КМВ.
Да. А традиционная тема сотрудничества России и Казахстана – это, конечно же, энергетика. Вот о чем здесь шла речь на заседании комиссии? Много конкретных вопросов. Это и по газу, и по нефти, и по электроэнергетике. Ну, ключевой вопрос, он уже на слуху, строительство трех ТЭЦ на севере Казахстана, потому что мощностей не хватает северным областям Казахстана. Это транспортировка и транзит газа через территорию Казахстана в Узбекистан, и вы знаете, активно уже этим пользуются. Но есть и ряд вопросов, которые необходимо сопровождать на межпарламентском уровне, потому что ряд соглашений требует ратификации. Вот, в том числе и ратификации по строительству станции, они должны пройти соответствующие ратификационные процедуры и в Казахстане, и в России. Мы для себя поставили задачу до конца года эту ратификацию сопроводить и уже к концу года доложить о том, что такой ратификационный закон готов. Андрей Владимирович, ну, заседание межпарламентской комиссии проходит поочередно, да, в городах то России, то Казахстана. Следующая встреча где будет? Знаете, где она состоится? Вы абсолютно правы, это наше правило, что мы стараемся приграничные территории использовать. Предыдущая была в Омской области, здесь в Алма-Ате. Сейчас многие инициируют, наши сенаторы, приглашение казахстанских коллег на территории своих субъектов. В активе у нас предложение от Курганской области, от Республики Алтай, от Мурманской области, даже она не граничит, но казахстанские партнеры имеют много интересов в развитии с точки зрения бизнеса территории Мурманской области. Мы сейчас шлифуем эти предложения, если хотите сказать, естественный отбор осуществляем, как мы будем проводить эти мероприятия с достаточной степенью эффективности и, самое главное, нацеленность на результат. Не секрет, что мы для себя с моим визави коллегой Асановым Жакип Кажмановичем поставили задачу быть комиссией конкретных дел. Вот эти конкретные дела и конкретные проведения заседания наших комиссий, это должен быть конкретный результат для, в интересах граждан, регионов, стран. Спасибо, Андрей Владимирович. О работе межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Казахстаном говорили с сенатором Андреем Яцкиным.